Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 3 мая, и я первый раз в этом сезоне решил выехать с ночевкой на реку Уды с желанием поймать карпа, ну или сазана. Ловить буду на тонку. В качестве насадки будет горох. Сейчас я в начале практически каждого сезона я ставлю новую леску. В этот раз появилась новая леска. Циклон. Компании Fishengroy. Материал From Japan. Японский материал. 0,43 мм диаметром. 15,2 разрывная нагрузка. Прежде всего, когда я для ловли сазана, я использую леску 0,35-0,45 десятых миллиметра. Тут дальние забросы не нужны, а ловля ведется практически на коротке, и леска нужна мощная. Бывает возле корях, что не пускают. Первым делом, как я проверяю леску, да, вот она вроде тугая, хорошая, не порвешь ее. Первым делом я проверяю леску, это вяжу обычный узел. Не увлажняю его, ничего. И хочу ее порвать. Все, эта леска мне подходит. Бывают лески попадаются, которые так прочные, и ты ее не порвешь. А вот узел плохо держит. Значит, ее можно использовать. Удилище уже скоро новое. Удилище использую телескопическое. Тестом, по-моему, 120 грамм. Но у меня вставлено сюда хлыстик еще советских, стеклопластиковый хлыстик еще советских удочек. Он очень жесткий, и практически у нее тест повысился прилично. Ну, мощные нужны удилища сюда. Конечно бы карповые хорошо бы, ну так как я рыболов пеший, пешеход, я этот самый, я телескопический. Скорее всего, скоро надо будет покупать новые уже. Вот я рыбачу. Удочек я ставлю немного. Вот все спрашивают, как поймать сазана. Первым делом это, ну, чтобы понять его, надо, ну, дозволено 5 крючков ловить. Ну, штук 5 донок ставьте на разных участках реки. И вы поймете, где он клюет. Сазан клюет практически везде. И в ямах, и возле ям, и на плесе. Самое главное, чтобы была глубина и не сильное течение. Чтобы не сильное течение, чтобы длительное время ваша оснастка на одном месте лежала, куда вы положили корм. К примеру, я ловлю на горох, я и прикармливаю горохом. Это самое первое. Конечно, чтобы было укрытие. Это коряги рядом или яма. Ну, как правило, самое лучшее, это, конечно, яма. А ямы, как обычно, на поворотах реки. Самые глубокие места. Я встречным узлом связываю лески. Тут кусочек старой лески остался. Метров 40, 30, 40, 50 метров больше сюда не надо. Он тут больше 10-20 метров не протащит, потому что он сразу заведет в коряги. Это редкое у меня исключение было, раз 80 шагов он протащил. Так. Многие с
смеются, что я ловлю на инерционные катушки. Запомните раз и навсегда одну хорошую вещь. Пока в воде есть рыба, пока будут ловить на инерционные катушки. Хоть и 21 век, если будет в 22 веке рыба, в 22 веке тоже будут инерционными катушками ловить. Кое-какими функциями безинерционная катушка имеет преимущество от инерционной. Это что ты дальше можешь забросить. Все думают, что там фрикцион регулируемый. Тут фрикцион самый лучший. Вы на безинерционной катушке его надо регулировать, крутить на две руки заняты. А тут фрикцион одной рукой ты держишь удилище и притормаживаешь шпулю катушки. Сильнее придавил, сильнее фрикцион зажат. Ты мгновенно можешь сильнее прижать и мгновенно можешь попустить. Это раз. Второе. Она служит как хранилищем лески для заброса. И плюс же она сигнализатор поклевки. Вот, я думаю, хватит. Вот. Затрещало, все, значит, была поклевка. А на реке многие бэклиды или как его ставят, говорят, на дно опустить, чтобы электронный сигнализатор поставить. Я ловил с электронным сигнализатором всякие травички, мусор, цепляется на леску, и она постоянно пищит, этот сигнализатор, ложные сигналы поклевок дает. Катушка желательно должна быть тугая. Тормоз должен быть тугой. Вот это захватит. Чтобы как можно было тяжелее сазану проворачивать катушку. Хватит, чуть-чуть оставим. Сильно много. Заведет бог знает куда. Крючка зубами. Так, крючки. Прошлый сезон я использовал крючки Карп C4, 4 серия. Тефлон, очень хороший, 3 номер. Он, скорее всего, подходит больше к урвешанку по форме. А когда в этом сезоне я вот White Gap вот, появился в магазинах рыбалка и туризм Фишингрой, вот такие вот крючки White Gap, он этот, очевидно, что C4 чуть тяжелее, размер ее практически одинаковый, но тут чуть мощнее крючок. Я его использую, когда очень карп активный, очень сильный. Это в середине сезона, в конце сезона, ну, в августе, в июле. Ну, короче, когда он активный, сильный. А когда плохой клев у него, я White Gap использую. White Gap, конечно, лучше засекается, он легче. Рыба не дура. Она знает, вот если вы прикормили горохом, она одну горошину взяла, вторую, третью. Пока доберется до крючка, она уже несколько горошин испробует. И она уже примерно знает вес. А тут горошина, она половину тяжелее, чем она по размеру должна быть. Ну, конечно, сильно легкий и тонкий крючок нельзя, потому что он разогнется. Он должен быть прочным. White Gap очень хорошо этот самый засекается. White Gap, форма White Gap по засечке самая лучшая. Ну, это классика. Сегодня я тоже буду ставить, так как только сейчас 2-3 дня тепла, больше свыше 20 градусов. Вода только начинает прогреваться, карп только начинает просыпаться, и, скорее всего, он будет не сильно активный и будет еще капризный. Я поставлю вот такой крючочек. Форма White Gap. Номер 6. Ну тут непонятно. У каждого производителя своя классификация.
И плюс вагеп, когда он более изгиб у него, поддев или как он там называется, более круглый, легче на него одевать игору. Поводки я использую этот самый, рыбалка и туризм. Power Pro, шнур плетеный 0,35, но сильно с толщиной, во-первых, что толстый такой, чтобы не так сильно путался поводок, перехлёстывался и путался. Для более легких крючков надо тоньше поводок, сейчас я попробую, как он будет, потому что если будет толстый поводок, он будет, вы можете вот так вот держать поводок, и крючок не будет его прогибать. Короче говоря, надо, чтобы крючок как можно более был принужденно себя вел. Ну, поводок, чтобы сочетание было веса крючка и поводка пропорциональное, короче говоря. Вяжу я штыком, или как там узел этот старый, через петельку продеваю, ловлю я, насаживаю на крючок. Волосяной оснасткой не умею пользоваться, бойлами тоже не получается меня ловить. Раз, пять, шесть вокруг цевья. Оборачиваю. Ну, многие знают этот узел. Вот так. Вот очевидно, как он в тяжести, о, хорошо себя ведет. По крючке я когда-то в следующий раз поговорю. Это более подробно, детально надо будет. Тут надо забрасывать. После обеда. Так, что поводок. Я поводок делаю не менее, я уже рассказывал много раз, не короче 30 сантиметров. Тут течение, река. Тут рыба питается совсем по-другому. На прудах там 15, максимум 20 сантиметров поводок, а то бывает и короче длина поводка. На реке не менее 30 сантиметров. А когда сильное течение, наоборот, сантиметров 40 я делаю. Сегодня тоже буду сантиметров 40 делать. Вот так вот. 35 где-то. Вот так вот, да. И это делаю петлю. Раз. Два. Обрезаем. Так, продеваем колечко. Карабин я снимаю с грузила. Грузила использую гриппа, только без дырки. Дырка, это больше мне нравится. Дырка плохо поднимается от дна, волочится по дну и норовит за что-то зацепиться крючок. Так как тут много всяких коряжек на дне, веток, палок. И оно очень долго поднимается от дна. Это сплошное грузило. Лучше поднимается от дна. Вот такой вот. Тут грунтозацепы. Если видите. Весом 135 грамм. 135 грамм у меня закончились. Это 115 грамм. Ну, 135, 150, 180 грамм. Тут потому что течение должно... Принцип грузила. Первое это... Ну, чтобы засеклась рыба. Второе, так как тут течение, оно должно держать оснастку в одном месте. Там, где вы прикормили. Вот для чего грузило. Такое тяжелое. Потому что на леску цепляется мусор, и его саму леску выгибает. И этот самый, и норовит снести. Для этого такое тяжелое грузило.
еще с грунтозацепами. И привязываю узлом в кольцо. Раз продеваю, два продеваю. Слаживаю вдвое и оборачиваю раз пять, продеваю в петельку. Этот узел я уже показывал, обязательно увлажнять. Обязательно леску надо увлажнять, нитку не надо увлажнять, а леску обязательно. Я считаю, это всегда таким узлом, он самый надежный. Узел кольцо. Я думаю, спикингисты его знают. И кусочек пенопласта. Для чего служит пенопласт? Пока вот это я дойду для транспортировки, крючок тут храню. Когда забросил, я пенопласт вешаю в определенном месте возле катушки на леску. Тут прорезь, это не пенопласт, я не знаю какой-то, можно кусок пенопласта. Это как индикатор поклевки. Если вы не услышали звук катушки или много удочек и не поймете на какой, если рыба протащит, провернет катушку, соответственно пенопласт сдвинется. Это как индикатор поклевки. Все. Можно идти забрасывать. Но перед тем, как забрасывать, в первую очередь надо сразу собирать подсак. Потому что у меня бывало такое, что карп клевал, а у меня подсак не собран. Из-за этого он уходил. Первым делом начинаете рыбалку. Ну, кто как начинает, ну, подсак надо в первую очередь. Кто за приехали, кто за что. А подсак надо в первую очередь собирать. Как правило, сразу желательно первым делом разложить подсак. Я уже второй сезон. В прошлом сезоне пользовался классный подсак. 2 метра. И карпов по 4, по 5 килограмм им брал. На это есть видео прошлогоднее. Меня что он привлекает, то что он легкий. Видишь, он уже еще с прошлого. Потому что у меня бывали такие случаи, что приходил, не раскладывал подсак, даже видео есть, не раскладывал подсак, забрасывал фидер. И сразу первая происходила поклевка сазана. Я его так хотел выпускать, но я его не смог взять из-за того, что не было подсака. Так что первым делом разложим подхват. Отлично, легенький. Для фидера то, что надо. Thank you.
Первая и последняя поклевка произошла на следующий день утром, 10:30 утра. Как я и предполагал, что карп еще не активный, ночью он не клюет, редко когда весной клюет, а вообще редко когда ночью клюет. И по зорям тоже. Клюнул, когда уже поднялось солнце и уже началась жара. И поклевка была очень слабая. Он карп провернул где-то два оборота катушки, потому что пенопласт сдвинулся сантиметров на 20. Я услышал только трк. И все. Дорогие друзья, первый сазан есть. Поклевка, я еле услышал, тырку вот так вот протащила пенопласт. Супер.